Но, как в любом виде спорта, всегда есть победитель. Поэтому сегодня, по завершении финальной серии, победу в розыгрыше кубка и, соответственно, этот красивый трофей завоевала команда «Динамо Рига». Капитана прошу получить приз. Раздаются аплодисменты в адрес рижского «Динамо» и в адрес капитана Родриго Лавинша. Молодцы хабаровские болельщики. Любят не только свою команду, но и хоккей вообще, и уважительно относятся к соперникам. Рижское «Динамо» – обладатель Кубка Надежды 2013 года. Камера на шлеме Микса Индрашеса запечатлела момент вручения кубка. Ну и все остальные приятные моменты. Будет что вспомнить в дальнейшем. Ну и небольшой десант рижских болельщиков тоже может позволить себе отпраздновать эту победу сегодня. Вечер в Хабаровске, и этот вечер для рижан получается приятным. Ну что ж, куда без официальных лиц. Ну и вот рижане отправляются, судя по всему, на такой своеобразный круг почета. Во всяком случае, стоит поблагодарить своих болельщиков, стоит поблагодарить наряду с хабаровчанами вообще всех, кто пришел сегодня на Платинум Арену. Прекрасная атмосфера. Здесь всегда встречают хабаровскую команду и ее соперника на должном уровне. Практически всегда трибуны заполнены до отказа. Но этот сезон подходит к концу. Этот сезон благодаря Кубку Надежды удалось продлить рижским динамовцам и хабаровчанам. Ну, и вот «Динамо» становится победителем Кубка Надежды. Что ж, время прощаться. Вместе с вами за ходом этой финальной серии наблюдал Виталий Магранов. До новых встреч в эфире КХЛ ТВ.